2 августа в администрации города состоялась торжественная церемония чествования копейских велосипедистов. Благодарственными письмами главы Копейска были отмечены 10 воспитанников и 4 тренеров 2-й спортивной школы за успехи на летней всероссийской спартакиаде. Наша школа, пройдя предварительные старты, отобралась для участия в 4 видах спорта – шоссе, маунтинбайк, трек и BMX. Начались финальные старты спартакиады в городе Ижевске стартами на шоссе. Здесь у нас грандиозный успех. Мы завоевали 2-е командное место, уступив только практически сборной команды России. Это ШВСМ города Санкт-Петербурга. Выиграв очень у Москвы и так далее. Отличились наши земляки и в маунтинбайке. В этой дисциплине велоспорта копейчане заняли 3-е командное место. В личном зачете учащиеся 2-й спортшколы выиграли 1 золотую, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей. В групповой гонке по очкам на 100 кругов бронзовым призером стал Вадим Сомов. Доволен. В шоке немного, то, что так хорошо выступили. Конечно, готовились практически весь год, ездили на сборы, тренировались, вырабатывали разные тактики. Ощущения просто превосходные. Мы все рады в том, что мы так хорошо выступили, свой город показали на высоком уровне. Мы выступали прямо за город Копейск, за нашу спортивную школу. Рады, что мы так достойно показали свои результаты. Основной задачей Всероссийской спартакиады было выявление самых сильных спортшкол нашей страны. Несмотря на жесткий отбор, копейчане сумели пройти в финал главных соревнований федерального значения и занять там призовые места. Благодаря таким стараниям ребят, Копейская спортшкола стала обладателем 2 грантов и других ценных подарков.